Привет, человечество, с вами вновь я, Егор, и мы продолжаем играть в Outlast. Привет, человечество, с вами вновь я, Егор, и мы продолжаем играть в Outlast. Итак, мне подсказали в комментах то, что теперь нам нужно очень быстро и срочно вернуться обратно. Очень быстро и срочно. Просто невероятно быстро вернуться обратно. Так, я явно пришел не сюда. Но я нашел батарейку. Шикарно. Восхитительно. Кстати, я решил не материться в своих видео больше. Ага. Прикиньте. Да, вообще не буду материться. Я очень рад этому новшеству. Своему небольшому. Я не понимаю, куда нам идти. Я нашел, куда нам идти. Мне страшно играть в эту игру, вот серьезно. Я боюсь. Прям боюсь. Так. Да, к тому парню я больше не пойду никогда. Вы, наверное, помните его из первой серии. Так, я вернулся обратно. Включил генератор. Добрый день, что вы можете сказать об этом, об этой игре? С вами я, Егор. И наш канал Хардкор ТВ. Неразговорчивый парень. Ладно, идем дальше. Даже не знаю, куда нам идти. Даже не хочу никуда идти. Погнали, е-мая. Вау! Твою нахер! Ну, это был не мат. Ну ладно, даже так попробую не говорить. Еще разок. Ага. Окей. I'm ready. Go up. Ну ладно. Текс. Еще разок. О, господи. Что с нами произошло? Игра как-то зависла. Так, ну в прошлый раз у нас что-то случилось с игрой. Она использовала весь пугающий момент. Ну зато я теперь знаю, куда идти. Так, заходим в эту комнату. В следующую комнату. Заходим. Тут вот никого нету. Мать его. Воу-воу. Опять что ли? Мне это совсем не нравится. Я опечален. Что за фигня? Чик-чики-бум, чик-чики-бум. Надеюсь, сейчас ничего. Да ё-моё! Господа, мне это поднадоело. Вау, камера рабочая. Класс. Надо, я думаю, снять ее на видео. Может, персонаж бы сделал какую-то заметку. Хорошо. Идем дальше. Туда даже заходить не хочу. Дальше мне тоже особо идти не хочется. Итак, сделаем вывод. Господа. Outlast поломался. Мать его. When I started dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom.
The senorita said.